Привет, друзья! Что сегодня сулят звезды? Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Овен. Сегодня хороший день для того, чтобы обрести новые источники энергии и жизненные силы, а также самоутвердиться в социуме. Ваша инициативность и настойчивость помогут добиться успеха. Не забывайте, что ваши друзья хотят и могут вам помочь. Без их вмешательства вероятность положительного результата в достижении цели близка к нулю. Телец. Внимательно отнеситесь к своему здоровью. Скорее всего, сегодня вас ожидают непредвиденные конфликты и появление достаточно острых проблем. Звезды рекомендуют вам провести больше времени с детьми, чтобы исправить негативные тенденции дня. Близнецы. Благоприятный день сегодня ожидает близнецов. Сегодня ваши творческие способности будут на высоте. Проявите милость и терпимость в общении с людьми. Оптимальный день для совместного ужина вместе с семьей. Рак. Сегодня, скорее всего, ракам надо быть готовым к неожиданным конфликтам и решению острых проблем. Представители творческих профессий, вероятно, окажутся в центре внимания. Наступает благоприятный период для проведения различного рода путешествий и поездок. Лев. Сегодня львам следует быть готовыми к новым жизненным испытаниям. Существует вероятность того, что события в ближайшее время будут развиваться не по задуманному вам ранее сценарию. К сожалению, повлиять на их ход вам вряд ли удастся. Дева. Благоприятный день для того, чтобы заняться поиском новых источников энергии и жизненных сил. Скорее всего, сегодня вас ожидают новые контакты с важными людьми. Вероятно, они смогут принести вам материальную выгоду в будущем. За что бы вы сегодня ни взялись, вас, скорее всего, ожидает успех. Весы. Хороший день для того, чтобы пересмотреть поступки последних дней и сделать соответствующие выводы. Ваш жизненный потенциал склонен к повышению. Вероятно, сегодня вас ожидает непредвиденный конфликт с вашей второй половинкой. Сердечная беседа и попытка понять своего партнера поможет исправить ситуацию. Скорпион. Сегодняшний день для скорпионов будет связан с волнениями и тревожными предчувствиями. Существует вероятность получить неприятное известие от близкого для вас человека. Звезды предостерегают вас от необдуманных действий, которые поставят под угрозу ваши семейные отношения. Стрелец. Хороший день для того, чтобы проанализировать все свои действия последних дней и прийти к соответствующему выводу. Постарайтесь проявлять терпимость и милость при общении со своим партнером. Взаимное согласие и откровенная беседа помогут вам решить конфликты сегодняшнего дня. Козерог. Звезды рекомендуют козерогам посвятить день решению домашних проблем и хлопот. Существует вероятность некоторых изменений в жизни одиноких представителей данного знака. Водолей. Сегодня вам представится возможность в полной мере продемонстрировать свой характер. Проявите стойкость и непоколебимость в принятии решений. Существует вероятность необоснованных финансовых потерь. Рыбы. Благоприятный день для того, чтобы начать изменения в своей жизни. Начать можно с самого простого. Выбросить ненужные вещи и избавиться от людей, которые ведут себя нечестно по отношению к вам. Вас ожидают новые возможности, и они помогут выбраться из трудной ситуации. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.